конечно, даже профессиональная танцовщица должна всегда быть подготовлена, должна быть уверена в номере и отрабатывать. Поэтому номер готов полностью до каждого элемента. Вот. Сколько лет ты танцуешь? Вообще танцую 17 лет, но Восток именно 7 лет профессионально занимаюсь. Это и хобби, и увлечение, и профессиональное преподавание. То есть я работаю, и нужно участвовать в конкурсах, вообще как-то разряжаться. Это «Арабская ночь». Мы пригласили 8 участниц, которые нам выслали свои резюме. Мы отобрали самых лучших. Они будут сегодня выступать, показывать свои танец живота. Почему решили это сделать? Потому что это интересно для зрителей. И вообще мы решили в спорт уйти. Ну, можно сказать, танец – это же тоже все-таки спорт. Поэтому мы тоже за спортом.